Всем привет! С вами Информ ТВ. Антон Батырев личным примером постоянно доказывает всем, что в жизни возможно все. У актера всегда было большое количество поклонниц, но долгое время он не мог обрести счастье, и лишь недавно рядом с ним появилась постоянная спутница. Кто же она? Об этом в нашем видео. А вы пока подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Уже в начале творческого пути он был твердо уверен в том, что не ошибся с профессией. Вскоре начали поступать предложения о съемках в кино. А популярность и настоящую славу актеру принесли роли в сериалах «На качелях судьбы» и «Скорая помощь». Первый официальный брак был заключен актером в 27. Союз продержался всего полгода. Кто же была его избранница, тайна до сих пор. Второй женой стала Екатерина, и в браке был рожден сын Добрыня. К сожалению, этот союз тоже распался. И вот в прошлом году в СМИ появилась информация о свадьбе актера и Евгении Лозы. Долгое время они старались скрывать информацию о своем романе, но журналисты запечатлели пару на одном из киевских пляжей. Евгения является звездой телеканала «Домашний». В недавнем прошлом ей приписывали бурные отношения с футболистом, но связь с Маратом Измайловым девушка всегда отрицала. Поклонники порадовались за звездную пару и пожелали им от чистого сердца счастья. А как вы считаете, красивая ли из них вышла пара? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!